Что тут происходит? Бонни. Разборки идут. Воспитываем собаку. Привет, Ой. А он ловит мух. Папа Бонни воспитывает. Она убежала опять. Идет воспитательный процесс. И Филька помогает. Еще сядь сверху на нее. Ну, молодец. Всем привет, доброе утро. Наконец-то выходные. Можно поснимать влог. Жарко на улице. Купаться сегодня будете? Сегодня будет очень жарко. По нашим меркам жарко. У кого-то бывает, конечно, и жарче. Но у нас 28 градусов. Это уже... У нас 28 градусов, это уже жарко. Вот дети вчера купались, ставили полотенце. Всю неделю шел дождь. И хорошо, вот хотя бы на выходные солнышко. Я собираю завтрак. Всю неделю не снимала влоги, батарейки сели. Поэтому у нас... Поэтому заряжаю и снимаю сейчас на телефон. Привет! Кушать будешь? Да? Давай. Вот это нужно отнести. Нет, я уж сама отнесу. Тяжелая. Взяли вчера вот такую коробку XXL с хлопьями. И уже половины нет. Я себе недавно сделала такой летний маникюр. Захотелось мне длинных ногтей. В общем, посмотрим, насколько меня хватит. Ну, в принципе, удобно с такими ходить. Не мешает, ничего. Могу готовить, убирать, все что угодно. Мама, мне там не половина. Мы приехали на поля собирать клубничку. Сейчас там припаркуемся. Там нужно где-то будет. На в машине зажаришься. Пойдем с нами пособираем. Ну смотри. Я тоже. Так, здесь кукурузка растет. Вот здесь вот сейчас припаркуемся где-нибудь. Все, мы взяли коробку. Идем собирать. Пойдемте немножко туда, вглубь. Подожди. Пойдем мы туда немножко вглубь. Все, идем. Сюда пойдем? Ну, пойдем сюда. Только не наступайте. Знаешь, как надо срывать? Смотри, вот видишь, клубничка. Вот видишь она? Смотри, какая. Мама. Вот. Ой, мама. И вот так вот срываешь. Видишь? Вот так, с веточкой. Только с вот этой тоже срывать надо. Хорошо? Или папе дай. Папа будет нести. Там, алё. Я ее с тобой напускаю. Не бойся, ничего страшного. Да, нужно хорошие клубнички, не гнилые. Вот так вот нужно поднимать веточки и искать. Не все хорошие. Вот надо искать хорошие, пошли. Мама, это вода? Да. Купи. Вот такая вот клубничка. На, папе, давай. А. Так вот, раз, два. Кстати, можно кушать. Можно поиском и ракетами. Можно кушать и собирать. А то, что мы увезем с собой, зато будем платить, за это будем платить. Ты должна веточки поднимать, если видишь, что они висят там на веточках. Да. Я, главное, умная, пошла в белых ботасах. А тут так мокро. Хорошо, хоть сено. Мы собирали уже. А? Устала уже, что ли? Посмотри, сколько еще. Тут всякие разные. Вот, смотри, вот это. Такая вот. Вот хорошие клубнички. Смотри, какие. Смотри, вот еще. Красота. Я тебе буду в ручки складывать, а ты папе неси, хорошо? Они тут прячутся за веточками, такие красавицы. Клубнички. Ну, я ж не все вижу. Где-то вижу, какие-то не вижу. Вау, какая клубничка. Супер. Вот еще одна. В общем, здесь, если больше
по-моему, 2 или 3 килограмм, там потом 20% скидка. О, давай, иди ищи там. Везде-везде можно смотреть. Мама. Давай. Давай. Сколько там у нас? Много уже? Да. Ой, какие густья лежат. Клубнички. Хотя ему чем все-то юдами. Все, насобирали? Мне кажется, там больше 5 килограмм. Каролина ушла, она устала. Мы уже здесь, мне кажется, час это точно собираем. Люди приезжают тоже. В общем, сегодня последний день, поэтому мы приехали собрать клубничку. Первый раз мы собираем ее здесь. Вот такая, пожалуйста, будь хорошая. Ура! Вот такая вот. Я попробовала. И она сладенькая. На, Лео. Вон, Акаэль. Все, пойдемте. Всю не соберешь, всю не унесешь, поэтому она тут уже много переспелой, которая на земле лежит уже. Макс такой говорит, а сколько нам, говорит, заплатят? Я говорю, да мы будем платить, а не нам заплатят. Мы уже увезем эту клубничку, это не наша. Ну, то есть будет наша, когда мы ее купим. Сколько, говорит, нам заплатят? Ничего нам не заплатят. Сейчас посмотрим, сколько мы заплатим. Все, у нас получилось, по-моему, где-то 8 килограмм, если я не ошибаюсь. 33 франка. Осторожно, Макс, тяжелая. 33 франка, 8 килограмм где-то примерно. Осторожно. А, все, все, сейчас пойдешь. Мы сейчас пойдем посмотрим, что они еще продают. Там ягоды, овощи. Вот здесь вот, в этом здании. Черешня 14,50 килограмм. Персики 9,10. 7 франков получается. Дьяволина тоже 7 франков. Морковка. Ну, в общем, здесь все овощи, фрукты. Попробую. Она сладкая прям. Если у нас в магазине покупать, в продуктовом, она кислючая такая. Это прям сладкая, другой сорт. Вкусняшка. Мы заехали в бабл-ти. Не, не хочу. Ну. Брелочек хочешь? Надо спросить, сколько он стоит. Лео. Почему она всегда папу Лео называет? Не папа, а Лео. Тут всякие вкусняшки продаются еще. Что тут есть интересное? Напиточки? Да. Все вкусняшки тут. Нам уже делают. Мы выбрали с чем? С манго, да? 4 децилитра. Это 5 децилитров. Большая самая. Мы среднюю взяли. Все, Каролина, какие-то жвачки взяла. Покажи. Пикачу? Ну-ка. Я Пикачу. Да, какая-то жвачка. Ну-ка, фокус. Жвачка Пикачу. На. Жвачка? Угу. Я так думаю, что жвачка. Или конфета. Все, мы взяли 2 арбузика. Смотри, какая крупная. Красивая. Не могу кушать. Ну, хоть можно попробовать 2 штучки, ничего не будет. Конечно. Девчонки пойдут купаться. Водичка тепленькая, надеюсь. Знаете, нам нужно купить какой-нибудь этот, в общем, чтобы закрывать. Когда идет дождь, вода становится из-за него холодная. Как-то она у нас нагревается. Потом неделя дожди, и опять холодная вода. А надо почистить. Как у нас тут уже режет арбуз. Попробуем арбузик. Угу. Посерединке сладкое, не знаю, там. Обычно вот до середины сладкое, а потом не сладкое идет. Верхушка всегда сладкая. Да. Нормально? Сладенький арбуз. Каролина тоже пойдет. Ты купаться пойдешь или нет? Потом. Потом. Каролина ложкой ковыряй лучше.
Маргарита приехала. Она ездила в бассейн купаться с друзьями. Здесь не будешь сегодня купаться, что ли? Жарко там было? Только в тенечке холодно. Что, ветер? Народу много? Нет. У нас тут недалеко от нас. В соседнем районе бассейн. Ну ладно, как хотите. Просили все бассейн, но никто не купается. Да? Там внизу какая-то букашка. Ничего страшного. В бассейне тоже ты, когда купаешься, тоже там плавают всякие. Букашки. Букашек Ксюша боится. Ну, я не хочу на эту фигню наступить. Ну, вытащи ее. Смотри. Ксюш, что такая брезгливая? Все, мы уже залезли в бассейн. Смотри. Пока. Пока. Я уже не знаю, боюсь снимать в бассейне видео. Может быть, из-за этого видео наше блокируется и не рекомендуется, потому что последних два видео были с бассейном, а перед этими видео я выкладывала влог с Бишкека, и там все нормально. А вот я смотрю вот эти два последних видео, там вообще рекомендаций нет нигде. Может быть, из-за того, что в бассейне я снимала. В общем, посмотрим. И несколько влогов я хочу выкладывать на канале Сестрички Лайф. Ой, у нас там соседи тоже купаются. Каролина. У нас там соседи тоже купаются наверху. У них прям на балконе бассейн. И, в общем, я решила несколько видео выложу на Сестрички Лайф и посмотрим, как там пойдет. Если рекомендации будут, все нормально, то, скорее всего, будем выкладывать пока туда. Поэтому не теряйте, все переходите на канал Сестрички Лайф. Хватит мне там за купальник тянуть. Тянет меня за купальник. Нам нужно купить этот тент специальный, чтобы закрывать бассейн. Все время забываем. В понедельник поедем купим. А водичка ничего, такая тепленькая. Я уже привыкла. Сначала было холодно, а сейчас нормально. Под водой плавает. Ну и нам больше места, да? Никто не хочет с нами купаться, нам больше места. Вон там у нас соседи, у них бассейн. Я слышу, водичка плескается. Давай. Что-то сделай. Покажи нам. Ничего себе. Нырнула. Молодец. Кстати, Каролина у нас еще не умеет плавать. Окей, устала? Нет, не устала. Не устала? Давай. Быстро? Да. Давай. Лошадка ты моя, лошадка. Давай. Она меня катает по кругу. Лошадка моя. Круто. Осторожно. У нас тут пополнение в нашем бассейне. Ксюша в футболке купается, потому что у нее яркий купальник, и на него липнут, да, букашки разные. У нее прям такой неоновый желтый. А другой, он ванный, он еще мокрый. Да. А у меня тоже желтый. У тебя не желтый, у тебя бирюзовый. Давай, Ксюша. Не надо больше. Мы так вот по кругу крутим. Не надо. Не надо. Сумасшедшая Ксюша. Сейчас пол бассейна выплескаете. Пойдем. Что у нас тут жарится? Индейка. Индюшка. Я. Ты сама жаришь? Да. Нет, я смотрю. Ну. Так, сейчас мы еще баклажанчики пожарим. И картошечка фри у нас. О! Будем ужинать. Окей. Так, баклажанчики пошли. Все, садимся. Девочки, садимся кушать. Баклажанчики кто хочет, может с помидорами. Надо соус еще вот этим. На баклажан такой соус, и потом курочка и картошка. Садитесь. Так мало кушать. А сколько тебе надо? Я еще картошку делаю. С
Сколько тебе надо? Много. Много? Они тут спят вдвоем. Развалились, наелись, напились и спят. Филька. Филька. Вот такой вот. Балдеет он тут. Каждый занят своим делом. Завтра у нас будут гости, поэтому завтра влог не получится снять. Постараюсь снять среди недели. Вот, потому что когда у нас гости, влог я не снимаю. Сейчас я пойду монтировать, чтобы завтра не заниматься монтажом. Очень много завтра дел нужно. Кушать, готовить, прибраться немножко. Пока смонтирую туда-сюда и спать. Да, вот. Завтра опять жарко, будем купаться, да? 29-30 градусов завтра будет. Мам. Вот, и в понедельник в школу мы еще учимся. Мы учимся до 1 июля. В комментариях спрашивали, если мы поедем этим летом куда-нибудь. Нет, мы никуда не поедем, будем отдыхать здесь, в Швейцарии. Вот, купаться в озере. Не хочешь? Нет. Нет. А куда ты хочешь? В Испанию? Да. Каролин хочет в Испанию. Нет, в этом году не получится. Постараемся на следующий год. Вот. И так что все, ребят, будем заканчивать. Всем спокойной ночи. Пока. Постараюсь снять еще влог среди недели. В Киргизстан хочу тоже. Ты в Киргизстан хочешь? Да, мы обязательно тоже полетим. Обязательно слетаем. Да? Да. Правда? Да, обязательно. Когда? Ну, не знаю, как получится. Нужно денежки заработать на билеты. Вот, так что пока, говорю всем. Пока. Пока. Всем пока, ребят. Спокойной ночи. И увидимся в следующем влоге.